Мое отношение к обрезанию только положительное. У меня нету ни одного минуса против обрезания. Только положительные стороны. Очень рекомендую. Мы живем в другой эпохе, в эпохе чистоты. Ничего не имеет отношения никакое к религии. Мы хотим, чтобы у мальчиков, когда они вырастают, не было запаха, чтобы под этим препуцием не собирались инфекции. И для молодых девочек это в настоящее время очень важно, что у этого мальчика плохо пахнет, а у этого нет. Когда мужчины стареют, и если они не могут за собой ухаживать, все, что собирается под этим препуцием, это инфекция, это частые инфекции мочевого пузыря. Особенно старики бедные, которые находятся в домах престарелых, у них частые циститы и сепсисы урологические. Не говоря о том, что в плане сексуального, как это выглядит, когда это развивается под кожей, голова не сильно не отличается по размерам от самого члена. Когда эта шкурка снимается, голова распускается, она растет в таких свободных пропорциях, она всегда будет больше, сексуально более привлекательная. Поэтому реально я не знаю ни одного минуса, почему не надо делать обрезание, но в эпоху гигиены это уже стандарты, которые девочки выбирают, им больше нравятся члены, которые неплохо пахнут, и ко мне приходят подростки, я с ними разговариваю, и это то, что мне рассказывают молодые девчонки. Обрезайте своих мальчиков.